Що робити, якщо почалась панічна атака? Як фізичні вправи чи подихи у долоні допомагають подолати стрес? Та що казати тим, хто на війні втратив близьких чи впевнений, що втратить? Про все це та багато іншого дивіться у другій частині спеціального майстер-класу «Психологічна допомога під час війни». Сегодня моя часть заключается в том, чтобы дать вам конкретные практики, как управляться с собой, со своим телом, когда у тебя стресс или когда ты сильно паникуешь, как помочь людям рядом, когда ты видишь, что у них сильная паника, паническая атака или какой-то ступор в рамках тех реалии, которые сейчас есть. Дам конкретные инструменты, скажу, что нужно говорить, как конкретно себя вести для того, чтобы, когда вы столкнетесь с этим, вы могли и знали, что нужно прямо сейчас делать. Вот если говорить про паническую атаку, как ее можно увидеть у себя или у другого человека? Это очень такое страшное состояние. Меня в прошлый раз спрашивали, как ее ни с чем не перепутать. Вы ее ни с чем не перепутаете. Начнем сначала с себя. Если вы заметили в себе определенные симптомы, ну, например, у тебя сильное сердцебиение или на тебя нахлынывает паника, это состояние вот этого сильного переживания внутри вас, сердцебиение, тошноты или потеря какой-то реальности вы ощущаете. Обычно в стрессовом состоянии то, что происходит с человеком, его осознанность сводится в такое туннельное мировоззрение. Все очень сильно сужается, все это направлено на тот ужас, чего мы в этот момент боимся. Есть такое одно простое упражнение, которое дает возможность вот этому туннельному видению, туннельному взгляду в эти моменты начать расширяться. Это мы берем руку, кладем один палец на нос, а другой рукой берем противоположное ухо. Да, теперь меняем. Делаем. Меняем. Меняем. Теперь быстрее. Быстрее. То есть еще быстрее. И вы заметите, что через какое-то время ускоряемся, вы перестаете думать о том, что происходит с твоим телом, потому что тебе нужно ничего не перепутать. Что вы можете сделать, когда вы понимаете, что вы начинаете сильно переживать, это начать искать точку опоры. Сильно-сильно топать. Вот, ребят, прям сильно-сильно, чтобы у тебя стопа горела, чтобы ты чувствовала. Мозг пускает импульсы в ноги, вы чувствуете. Можете лечь, вот прям лечь на пол, если такая возможность присутствует. Можете чувствовать, холодный он или теплый, как он там ощущается твоим телом. Ты таким образом даешь своему телу успокоение. Вы можете найти ближайшую стену, которая есть у вас, облокотиться на нее, как бы бросить все ваше тело, весь груз вашего тела на эту стену, для того, чтобы почувствовать опору. Лань, когда за ней гонится какой-нибудь хищник, она сразу начинает быстро бежать. Как только она спаслась, то вы могли видеть в передачах про животных, что она становится и начинает трястись. И кажется, что ей вроде как страшно. На самом деле ей не страшно. Она сбрасывает гормоны вот этого кортизола и стресса. И это еще один из моментов, что имеет смысл делать, когда ты переживаешь сильный стресс. Да, это начать трястись. Встаем руками, ногами, сильно-сильно-сильно-сильно сбрасывая. И прям плохо выглядеть для всех. Вы можете добавлять звуки. Какие звуки? Животные, да? Помните, там... Чего мы стоим? Стресс сбрасываем. Да, все сбрасываем. Вы смеетесь. Это правда. Берем, складываем ручки вот так. Ставим... Закрываем нос и рот. Называется пилотка. Да? Закрываем нос и рот. Да, ну видите, повеселитесь заодно. И делаем следующее. Делаем один маленький вдох и три выдоха. Вдох один, выдоха три. В чем идея? Что твои выдохи должны быть больше, чем
вдохе. Что здесь есть? Какие моменты нужно понимать? Что когда ты перестаешь дышать, то это одни процессы происходят, да, мозг не получает кислород, и это для него не здорово. Когда ты начинаешь сильно глубоко дышать, прям вот так вот люди делают, да, ты начинаешь сильно глубоко дышать, ты делаешь гипервентиляцию легких, и наступает тоже нехорошее состояние для нашего мозга. В сильном стрессе нам кажется, что тело как бы исчезает, как будто не существует. Вы его не ощущаете. Вы его перестаете чувствовать, и для того, чтобы вернуть ощущения в теле, мы себя начинаем сильно-сильно похлопывать. Похлопывать особенно по тем местам, которые, да, можно по голове, по лицу самого себя, то есть сильно-сильно по груди, возвращая себе ощущения в теле. Если у тебя сильное сердцебиение, ты понимаешь, что у тебя сердце колотится невероятно, и ты не можешь ничего сделать. Каким образом помочь себе для того, чтобы остановить сердцебиение? Берем руку, кладем на плечо. И начинаем, ну вот не на плечо, а вот здесь чуть ниже, и начинаем стучать по плечу примерно раз в секунду. Помните, как считается? Раз и два и, ну, примерно вот так. Вы считаете раз и два и три и пять и вот так вот считаете. А ваше сердцебиение через какое-то время примет ритм того, как вы бьете по своему телу. В моменте сильного стресса вы можете понимать, что вы ничего особо не можете увидеть, да, то есть взгляд какой-то бегающий, вы ничего не видите. Что рекомендую? Найти какие-то предметы квадратные в том помещении, где вы их видите, и начать считать углы. Например, сколько углов на двери или сколько углов в окне, на которое ты смотришь на картине, на любом квадратном предмете. Просто стоять, считать углы, восстанавливать можно и восстанавливать дыхание, и считать углы. Да, выдох по углам. Инструменты поддержки другого человека. По возможности установите с ним контакт глаз. То есть подойдите к нему близко, найдите ту точку, где он может смотреть на вас, и попросите его смотреть на себя. То есть так скажите: «Смотри на меня». Прямо сейчас смотри на меня. Может быть, взгляд будет какой-то такой расплывчатый. Ваша задача — привлечь его на себя. Вы сможете помочь только в том случае, когда с вами окей. Когда у вас все хорошо. И голос должен быть, знаете, вот такой вот родительский, спокойный и уверенный. Не громкий, но уверенный. Смотри на меня. Прямо сейчас ты видишь меня, видишь мои глаза. И ваша задача — получать подтверждение. Можно задавать простые вопросы. Как меня зовут, если он знает, как тебя зовут? Если он не знает, как тебя зовут, то спроси его, как зовут его, где мы находимся. Восстанавливаем дыхание человека. То же самое. Опять же, он может задыхаться, может вообще не дышать. Если он вообще не дышит, ты ему говоришь: надо дышать. Сейчас ты будешь дышать вместе со мной. Если вы находитесь в контакте с человеком, становись вот здесь, напротив меня, берешь за руку и говоришь: вот можешь сейчас вот ту тревогу, которую ты чувствуешь, выразить вот максимально сильно в этом рукопожатии. Жми. Он жмет, и я его жму тоже. Вот здесь вот есть точечка, можете ее найти. Вы можете, да, она болезненная, если ее массировать в процессе какого-либо своего стресса, вы будете себя успокаивать. Можно держать за эту точку, держать за руку, контакт глаз, держать человека так за руку, за плечо. Если не получается, да, посмотри на меня. Вот при этом ваш контакт, он должен быть максимально такой чувственный, чтобы когда тебя трогают, человек почувствовал, в каком месте ты прикасаешься. Что же делать, когда у вас нет возможности сохранять контакт глаз? Например, по телефону человек сидит где-то в подвале, в бомбоубежище, и вы не можете с ним создать контакт глаз. Все, что у вас остается голос. Голос спокойный, уверенный, размеренный. Слушай меня. Ты меня слышишь? Важно получить «да». Если ты меня слышишь, я хочу, чтобы ты сказал, что ты сейчас видишь. Какой есть квадратный предмет в том помещении, где ты находишься? А еще какой? Какой есть круглый? Давая возможность
глазам за что-то цепляться. Если, не дай бог, совсем сложная ситуация, человек видит какую-то страшную картину, там, не знаю, смерть другого человека или вот страшные вещи. Что ты видишь еще? Не пугайтесь сильных рыданий. Когда человек сильно рыдает, это как раз освобождается диафрагма, выходит вот этот эмоциональный стресс. Ну, как правило, человек может там сильно рыдать, но тоже минут 10-15. Если происходит свыше там 20 минут, уже надо его останавливать. Как справиться с человеком, который бьется в истерике? Любую истерику можно остановить еще большей истерикой. То есть, когда человек сильно истерит и кричит, то ты, когда поднимаешь голос и говоришь: «А сейчас остановись!» Раз, и они замирают. И тогда начинают выполнять твои инструкции. Следующее, вот уже все вы сделали, вот вы его успокоили. Его мозгу нужно понимать, что делать дальше. Ну, например, сейчас ты что будешь делать? Сейчас ты пойдешь домой. Окей. Значит, ты сейчас идешь домой. Дома ты что будешь делать? Там помоешь посуду, приготовишь обед или там ляжешь, поспишь, выпьешь воды. Хорошо. На ближайшие 2 часа вот такой план. То есть у головы должен быть какой-то план действий. Если, например, кто-то уходит воевать, и у нее или у него истерика, говорит, его там убьют. Нужно поставить под сомнение его утверждение. Ты говоришь, это не факт. Ну, посмотри, может быть, как угодно. Вот полно всех, кто вернулся в разных боевых действиях. Когда человек сильно истерит и видит только тотальный исход события, развенчиваем это событие сомнениями. Как быть с людьми, когда люди все-таки потеряли близкого человека, погиб близкий человек? Они, как правило, плачут, истерят или впадают в ступор, говорят, смысла в жизни нет, я жить больше не хочу, у меня нет ничего в этой жизни больше. Мы начинаем цеплять человека за смыслы заботиться о других людях. Ну а как же твоя дочь там без тебя? Или даже если нет родственников, кошка есть. Как же кто будет смотреть за твоей кошкой? Самое главное в сегодняшней ситуации – это психологически здоровенькими из нее выйти. Потому что ясно одно – жизнь продолжится. И дальше все зависит только от нас, продолжится наша жизнь эффективно и радостно, или травма будет нас догонять еще долгие годы. Как сохраниться? Пожалуйста, не смотрите на то, как вы выглядите, позаботьтесь о себе. Нужно сбрасывать напряжение, нужно заземляться, нужно иметь возможность весь этот кортизол и адреналин сбрасывать с себя и набираться ресурсом для того, чтобы жить дальше.